Деловая программа в рамках празднования Дня Республики началась. Сегодня утром глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с судьей Верховного суда России и с координатором экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Судья Верховного суда России Александр Зырянов сообщил, что в республику он прибыл с плановой проверкой, которую проводит Верховный суд России. В дни проверок будет дана оценка условий работы судей Верховного суда Чувашии, районных и городских судов республики. Представитель ФЕМИДы отметил, что комиссия уже побывала в Московском и Ленинском районных судах Чебоксар. В ходе рабочей встречи Михаил Игнатьев и Александр Зырянов обсудили вопросы совершенствования судебной системы республики, а также повышения качества работы судебных органов. Михаил Игнатьев также встретился с председателем Российского управленческого сообщества участников президентской программы подготовки управленческих кадров, сокоординатором экспертного совета при правительстве Российской Федерации Георгием Белозеровым. Президентская программа подготовки управленческих кадров существует почти 16 лет. Георгий Белозеров сообщил Михаилу Игнатьеву, что в Чувашии сложилась одна из сильнейших команд выпускников данной программы. Кроме того, созданные благоприятные условия для развития бизнеса позволяют реализовывать инвестиционные программы. Президентская программа уже 15 лет реализуется, 16 по сути. Ежегодно на программу приходят 50 проектов примерно вот в Чувашской республике. Ну, по нашим приблизительным оценкам, это совокупно где-то из толковых проектов порядка 3 миллиардов рублей, их общий вес. Однако, ну, так построена система сама, что они сами по себе, ну, не всегда доводятся до реализации. И нам было очень интересно в сотрудничестве с вами создать условия для того, чтобы эти проекты реализовывались, потому что это позволит действительно и региональные поднять проекты. Михаил Игнатьев, в свою очередь, подчеркнул, что у органов власти и бизнес-сообщества Чувашии есть полное понимание общих задач. На встрече также обсуждались перспективы развития образовательных учреждений республики, подготавливающих специалистов, технологии разработки гражданских инициатив и другие. Дмитрий Точилов, Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.